1012 сообщений о происшествиях и преступлениях на Колыме зарегистрировали полицейские Магаданской области в период новогодних праздников, сообщает Управление МВД России по Магаданской области. Среди них угоны автомобилей, кражи техники из квартир и алкогольной продукции из магазина, порча чужого имущества. Максимальная санкция за такие преступления – лишение свободы от 2 до 6 лет. В дежурной части за различные правонарушения в период с 1 по 10 января 2021 года доставлены 72 человека. О преступности в новогодние праздники в Магадане рассказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Магаданской области Ксения Лукина. В период новогодних праздников количество сообщений о происшествиях и преступлениях, зарегистрированных в дежурной части УМВД России по городу Магадану, по сравнению с 2020 годом, снизилось. В эти дни в полицию поступило 715 сообщений от граждан. В прошлом году таких обращений было свыше 950. Из числа совершенных в этом году 65 случаев – это нанесение телесных повреждений, кражи, угоны транспортных средств, мошенничество. 177 – это бытовые правонарушения, то есть семейные конфликты, нарушение тишины. Управление МВД России по Магаданской области напоминает, о случаях противоправных действий можно сообщить лично в дежурную часть полиции или по номеру 02 с мобильного телефона 102 или по телефону доверия УМВД России по Магаданской области 69-66-55, а также на официальный сайт 49 МВД РФ.